Детская площадка у храма Кирилла и Мефодия и игровая зона вертолетной площадки. Все это работы компании «Мастер Лего». Они более 12 лет занимаются резиновыми покрытиями и около 10 лет детским игровым оборудованием. Их площадки можно увидеть во дворах, скверах и парках Самары и Самарской области. У нас достаточно широкий спектр. Мы делаем и спортивные площадки, и профессиональные, и стадионы, и детские площадки. Причем все, которые по сертификации, по новому техническому регламенту соответствуют, чтобы была учтена вся безопасность наших детишек. В этом году, чтобы приобрести новое оборудование, фирма взяла кредит. Погасить его часть поможет поддержка администрации города Самара. В 2021 году, в непростой период пандемии, субъектам малого и среднего предпринимательства была предоставлена возможность получить гранты на возмещение понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на сумму до 300 тысяч рублей, если организация зарегистрирована в Самаре, не находится в реестре недобросовестных поставщиков и имеется действующий кредит на сумму более 500 тысяч рублей. Подать такую заявку можно было до 30 ноября. Продлили сроки для того, чтобы поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства, которые могут получить в результате до 300 тысяч рублей. Предпринимателям как раз выплачивается сумма по уплате, которую они понесли по уплате процентов по кредитам. Либо это оборотные средства, либо это основные средства. Чтобы поддержать бизнес, городские власти также рассматривают и вопрос об освобождении от уплаты земельного налога за четвертый квартал 2021 года субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в сферах деятельности наиболее пострадавших в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Сергей Баскин. События.